Приветствую, друзья, с вами Зидыч. Наверное, увидев Фердинанда, вы подумали, что это обзор, но на самом деле это летсплей. Обзор, конечно же, тоже будет, но, по крайней мере, в этом летсплее вы увидите нынешние реалии. Оцените обстановку в боях на высоких рангах. Итак, приятного просмотра. Так, сейчас. Блин, кто меня толкает сзади, блин? Какой-то изврат, короче, ко мне пристроился. Ребят, он... Бляха-муха. Давайте, блин. Ладно, так и быть, подтолкни меня, подтолкни, мужик. Я разрешаю. Берег, так, хорошо. Далеко. Давай тут где-нибудь становимся. Так, подожди, прям отсюда будем вытягивать? Ну а зачем на них переться? Ну все, хорошо, вы такие, вы знаете. Блин, когда же все-таки орудия станут физически такие реальными? Ну, в принципе... Не, ну, постоянно, чтобы... Да, хочу, чтобы отшлепали стволом кого-нибудь, то наш там... Пошли минусы, пошли! Давай, блин, Фердинанд, ты все пропустишь. Надо было брать что-то пободрее, конечно. Блин, куда делся мой личный раб, который толкал мой танк, я не понял. Так же было хорошо. Ладно, доедем сами. Не пробил, рикошета не пробил. Блин, да что за ситуация такая с этими E4, вообще не берутся ничем. Псячурка, давай. ЗСУ-57-2. Ну-ка. Да ладно. ЗСУ-57-2 без урона. Стандартным снарядом. Это что за издевательство? Давай. Есть. Повредил привод горизонтальной и вертикальной наводки. 54-ка подбита. Ай-яй-яй-яй. Откуда? Сзади. Ребята, из 4М. Как ты посмел? Давай. Разворот. Ну, все. Нет, не пробил. А, все, хана. Мне еще за... Это сбоку стреляет. 57-2. Все, меня уничтожили 57-2. В бок. Как у вас дела, ребята? Да не очень. Буточки, интересно, мне на взятие хоть какой-нибудь техники. Да ничего не ты не сделал. Слышал ехидный смех? Слушай, я реально на 5-м ранге, советская команда просто пипец как карает. Вот. Ох. Так. У нас есть кому захватывать вообще это? Так, точка Б захватывает, гады. Не захватывает. Команда при них захватывает точку Б. Я сейчас баба. Остался только 3 Дорнье? Ага. О, дабл. Так, Йорики. Тем временем точку бы предложил. Глянь, молодец, ты вышел из пики, я думал, не выйдет. Я же опытный летчик, ё-моё. Не, ну я знаю, что ты опытный. Знаешь, бывает это старуху прорух. Я думаю, блин, если сейчас не вытянешь, думаю, будет, конечно, эпично. Вот так вот просто. Тяга надо пользоваться просто. Иногда еще, может быть, закрылками. Да, забавно. Ту-ту-ту. А мы тут продули, ну реально, советская команда прям вообще аннигилирует. Блин, вот смотрите, уже вот за советскую сторону решили поиграть, и очередь просто невероятная, уже 5 минут. Посмотрите, все хотят нагибать, 29-2. Все играют за советскую сторону, потому что 54-ки гнут. Ладно, черт с ним с РБ, идем в аркадку, давайте. В аркадочку. Аркада, советская аркада. Ну что ж.
Пещерка, она такая клевая на самом деле. Смотрится все и нагибает. Танк мечты просто. Ну, есть! Хедшот! Едем дальше. Так, погнали, погнали. Все отлично пока получается. И больше упреждения. Тух. Готово. Вот это я объехал удачно. Так, ИС-3. Не виден практически. Кьюрики там тебе это какая-то. Я готов. Следующий. Чего? Тебе какая-то Як-Пантера едет. Где? Едет. Но она вот вдоль вот этой склоны сейчас покажется за этой маленькой. А я 54-ку снял, а Пантера... Критическое просто... повреждение. Давай, заряжайся, заряжайся, заряжайся. И... Вот она. Блин. Забрали. Так, кто там? Уничтожен. Отлично, погнали дальше. Хорош, здесь тоже все чисто. Опа, Су. Су-122. Есть. Повреждена. Не пробили меня пока. Прячемся, прячемся. Прячемся, прячемся. Да? Да, да, вы что, вы ведь в аркаде, о, да? Тогда, да. А, ну тогда вылетайте, там еще и фраги пойдут. Статистику там. Есть, 54-ку вражескую уничтожил. Вот это да, пошло дело. Блин, ребята, это просто нагиб машины какая-то. Ты про что? Я про 54-ку, конечно. Что там дальше? Так, поднимемся, постреляем чуть. Готово. Так, почти уничтожил тигра. Как бы крестик в аркаде отключить вообще будет классно. Все, блин.